Всем привет, друзья! Да, я снова на Ахтубе. И это август. Что получилось в данной поездке? Какая у нас была рыбалка? Какие у нас были приключения? Давайте посмотрим. Помощь нужна! Здорово! Что, ты покачаешь? Не-не, там ты намыл. Можно попробовать туда ее. Оп, попробую с мотором. Можно будет сюда, вот раз сюда. Ну, так давай, может, зацепим заводку. Это... Нет. Она опять тесит. Ну, сзади. А, и между прям сюда? Да. Приподнимая, да, чуть-чуть? Ну, да. Давай тогда полностью. Раз, два, три. Осталось, ожог, по-моему, и все. Все, чуть-чуть, да. Вот сейчас только же все. Что там? Давай. Ну все. Вот теперь давай заводи жопу. Нормально, нормально. Не, сейчас задний даст и все. О! Вот не знаю. Пошла, родная. Пошла. Отлично. Ой. Все. Я мог вперед. Там где-то. Не-не-не, все, уже столкнули. Ну, нормально. Там меньше. Нормально, в работе, да? Пугается вода в топливе. А вода как попала тут? Хрен его знает. Фильтр посмотреть будешь, что там. Ну, толкаем, что? Да, да не-не. Мотор не, не. Все, уже все. Контролька низу. А, вот, пошла. Пошла. Картон нормальный, все добра. Ребят, спасибо большое. Давай.
Так, в гостях у дяди Валеры. Какую рыбину поймал. Что бы ты без них делал бы? Мучился. Вот.